Доброе утро. Ой. Антон Сергеевич уже проснулся. Решил выключать, что там стреляет. И Зоенька уже приехала, да? Мама, у меня поместился Кангман Моц. Зая, лучше не надо его брать. А я вот так спонготовала. К тому же со Степашей навязали укропчик. Да, сейчас пойдешь по панику менять. Ну, ставь, пойдешь. Ставь, я... давай, сейчас буду считать. Да, Афоня сегодня дома. Пап, ты же зайдешь и скажешь, хорошо в группе? Вообще там нет. А это что, сломался? Нет, я попали не там на герметик, сажался. Пап, мне мама сказала, что... Ну, давай. А там дождь пошел у нас, да? Mm-hmm. Это сколько сейчас? 8:15 и дождик капает. А прямо так хорошо. На 6. Мама, на 6 утра? Ага. А ну, удаляй. Да. Бабушка, ты видела это чудо? Я видела, это сразу. Это что такое за это? Я Жанна Агузара. Куда ты собрался? Бля, этот зонтик типа срезался. Сыночек, заходи в комнату. Не надо, у тебя и так кошелек. Давай, давай, давай. А ты сейчас садик, папа, приедет, заберет. Давай. Садик, поехали? Нет, да, в комнату. Не надо, Зонь. Нет, сейчас в комнату. Что это за морковные дети? А белье теперь будет полоскаться. Ох, и дождь какой сильный у нас вообще. Очень сильный, да? И у вас был такой дождь? И у нас такой дождь был, да? Готов? Да! Следи! Зоя тут тебе, а Фоня на велике. Афоня, смотри. Тормози. Как? Отлично. Ты видел, как он управляет? Угу. Я ему говорю, разворачиваемся, он вот так. Руль в одну сторону и разворачиваемся. Понятно. Так, я пошла, Гриша, супчик сварю, хорошо? А, как тебе? Отлично. Не Вова, а Гриша. Так, ну что, показываю, в общем, накрошила салат, помидоры, огурцы, лук, зелень, потом заправлю чем-нибудь или сметаной, или подсолнечным маслом. Здесь у меня хребет уточки готовый, сваренный, и здесь рисовый супчик. Сейчас еще сварю компотик, и все, на обед все будет готово. А вот у меня компот, это малина и персики будет, здесь свежие персики, они уже начали портиться, все, что мы не доели, так что я их в компот и малинка. В общем, крышку не закрываю, включаю на огонь, потому что не могу за ним следить, пошла вязать дальше. Покушал, сынок? Ага. Точно? Ага. Так непривычно, да, папа, что Афоня дома? Мне такое ощущение, как будто сегодня выходной. Ага. Это теперь Антохи не хватает, да? Я Антон. Где Антон, угадай? В Агиеве, да. А папа забрал Антона? Папа еще не забрал, вечером заберет. Да, поспит, а потом заберем, да? Да. Что, будем кушать? Мама! Супчик, рисовый и салат. Мама! Папа опять купил нам кровянки. Стародеревянковская это, да? Производство. Кто там вниз головой? Ты тут проснулся. Афонька проснулся и пьет молоко с трубочки, вот так вот, стоя на коленях. Вот что значит любит молоко, да? Да. Гая, вытрись, пожалуйста. Тебе дать салфеточку? Да. Как это не? Допил. Уже допил? Да. А как ты так быстро?
Скажи, ты кто? Бабка. Бабка? Какая еще бабка? Об их изгнании власти объявили официально. Ты пошел? Бабка. Чего мы на канале Антон Новый? Мы приехали вот от родителей, я забыла камеру дома, представляете? Так что ничего даже не снимали. И на карате сегодня были. Папанька, да, ничего даже не снимали. А Фоня тоже был на карате, расскажи. Ну, он плохо делает. Он до тети лез, да? Травкой их щекотил. Рвал травку и щекотил тетей. Расскажи, как мама, ты. Мама, как тетя Верон у тети Верон? Не захотел оставаться у тети Веры. Я его привезла, думала, он там останется. А он не захотел, сказал, с мамой поеду, да? Ваня, а почему? А ты же хотел до деда. А там был деда же. Так, ну что, пошли заходить, сынок? Сейчас, я хочу... Идешь попросить. Заходить, сынок? Да. Пошли. Ваня Суефан. Кто тебе будет заходить? Суефан. А ты тоха. Блин. Я ему ножницы... Ой, а я ему бумагу. А он мне ножницы. Все, пошли. Вы тут смотрите, Лего не... Этот мальчик тоже смотрит? Нет, он спит. Да? Ну, а ты с его смотришь. Сейчас его папа отнесет. Что, давайте скажем всем пока. 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 Спи, 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 малыш. For all the times that you ain't my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.